Большую часть времени рабочей поездки в Ордатовский район глава региона Глеб Никитин посвящает встрече с местными жителями. Диалог получается очень эмоциональным. Вопрос оказания медицинских услуг населению стал одним из основных. В больнице много есть плюсов, но нас волнует, значит, пенсионеров. И мы хотим обратиться к вам за помощью, чтобы вы помогли средствами. Например, у нас терапевтическое отделение в больнице. Офтология получается боль наша. Какой-то ужас. То есть нужно делать ПСД по корпусное, по отделению. То есть не единое ПСД, а несколько. И в обязательном порядке приводить, конечно, в порядок эти отделения, ставить в планы на соответствующий там на 19-й год как минимум. В ходе встречи принимают решение уже в этом году создать в больнице отделение химиотерапии и купить оборудование для лапароскопических операций. Еще один вопрос – дороги. Глеб Никитин дает поручение привести их в проезжее состояние, если пока нет возможности капитального ремонта. Также звучат предложения о привлечении в район инвесторов. Там, где реализация конкретных уже инвестиционных проектов, которые есть реальные, зависит от недостатка инфраструктуры. В одном случае дороги, а в другом случае система канализации, это именно как раз-таки Мухтолово. То мы рассмотрим вопрос подписания соглашения с инвесторами. То есть, если они точно совершенно при этих условиях приходят, то мы точно будем принимать решение по поддержке из областного бюджета реализации этих инфраструктурных проектов. Инвестиционные проекты здесь вполне реальные. Например, предприятие «Мухтоловская спецодежда» специализируется на производстве защитных костюмов для нефтяников. Сейчас здесь вводят новый комплекс автоматизированного раскроя. Областное правительство нам помогает всецело, и мы благодарны им за то, что они таким образом не только рассматривают нас в качестве предприятие, которое там ежегодно повышает налогоотчисление, но и как социально ориентированное предприятие. Фабрика выпускает 2500 комплектов спецодежды в день. Предприятие обеспечивает рабочими местами даже близлежащие районы. Такие инвесторы в Ордатове нужны. Оксана Пиногушина, Алексей Завулов. Время новостей.